А что тут делать тогда? Что вы тут делаете? Делаете? Ну, сижу, общаюсь. Блять, был велосипед, блять, суперприем. Мир шумит негромко, листва шелестит в ответ. Идет не спеша. Я и стих прочитал, я и стих прочитал. Она говорит, херня, говорит, все, не стих. Слушай, братан, я знаю, что ты пародируешь Шуру Каретного. Все бабки здесь. Спасибо вам, родные. Бралось до хуя. Сделай пародию на него, блин, это будет круто. Давай какую-нибудь сказку. Давай Mortal Kombat. Блять, началось это все в 95-м году, блять. Пришел я, блять, смотрю. Какой-то, блять, Шамсун звали его, я хуй того, блять. В общем, он убил брата Лю Канга, блять. А у Лю Канга, блять, был велосипед, блять, суперприем. Значит, потом они куда-то, блядь, решили, блядь, на корабле, блядь, спускаются на палубу, блядь, а там, блядь, холодильник этот, блядь, как он, Сабзеро, блядь, или Сабзеро, блядь, все заворотил, нахуй, пиздец, и этот, блядь, Гавомахир, блядь, как его, блядь, Скорпион. В свободное время я занимаюсь, спасаю мир. Я железный человек Тони Старк. И я спасаю мир. Вы так любите фильмы, я тоже люблю фильмы. Стоп, погоди, wait a minute. А что тут делать тогда? Что вы тут делаете? Ну, сижу, общаюсь. Зачем? У вас что, нет девушек, которые в реальности есть? У вас есть девушка. У вас есть девушка? Не, мне не получается. Я не могу общаться с девушками, я стеснительный парень. А почему вас родители как-то воспитывали очень строго? Да, дело в том, что я с деревни сам, вот. Я только... У меня были друзья свиньи да коровы. Утром встал, корову проводил, вечером встретил, навоз почистил, да, зерна насыпал, дробленки. Дробленки, еще зерно продробить надо. А еще кролики есть. Лопухов нарвал, посушил их маленько, чтобы завяли. Потому что нельзя давать свежие лопухи, поносить будут. Обалдеть, он столько много знает. А, ну меняет голос, да? Кто? Ну это, в компьютере. Да, у меня программа стоит. Программа специально стоит, я, короче, ну, меняю голоса. Варинг ап. А, я понял, да. Я ее разрабатывал, вот сейчас вот добил, постоянно голоса добавляю и, короче, там делаю новый голос. А, ты сам, да, ее делал? Да. А, прикольно вообще. У меня тут много голосов есть, таких вот Marvel, вот. Есть разные голоса. Допустим, вот Железный Человек. Можно отнять у меня дом все мои примочки, игрушки, но одного отнять нельзя. Я Железный Человек Тони Старк. Во. Бля, прикольно. Ну на один голос примерно сколько времени уходишь? Бля, ну по-разному. Иногда мне получается прям с утром проснусь и прям буквально за 2 часа могу сделать. А иногда прям просто месяц занимается. Это же надо все там подстраивать, все делать. Все. Ну это да. А вас как зовут? Меня зовут Антонио. Антонио. Моя фамилия Бандерас. Батюшки. Откуда вы, Людмила? А интересно, да? Да, интересно, конечно. Что сказать, с какой страны-то вообще-то я прилетела? Вы забыли, откуда вы? Мой город Калтан. Алкан? Калтан! А, Калтан. Для какой цели интересуемся? Найти вас хочу. Что, в гости хочешь? Конечно. С какой страны ты летишь? С Испании. Батюшки, сколько ждать-то? Ты, бля, тут буквально ждать ты прям немного. Еще вопрос, я бородатых не люблю. Как целоваться с тобой? О, у тебя... Для вас я сбрею бороду, да. Я вас буду целовать, рассказывать вам стихи. Я прям не знаю, прям тут просто... О-о. Хотите, я вам спою песню? Ну-ка, давай. Давайте. Ветер шумит негромко, листва шелестит в ответ. Идет не спеша, девчонка. Куда пойдет, в кино или куда? В музей, в куда? Кино? На речку, куда пойдет? Я не знаю, вам кино нравится вообще? Ой, тут каждый день кино. Вот, я буду вашим Джимми. Окера, Джимми, танцуй. Джимми. Ача. Да. Смотрите, у меня бицуха какая есть, видали? О, блядь. Нихуя вам повезло, ебать. Что там за звук такой у вас? Что там потекло? Какой?
А вы потекли, да? Нихуя себе, да. Ладно, всего доброго, я вылетаю, жди меня. Я скоро буду. Вот. Тебе какие цветы взять? Ромашки там, я не знаю, тюльпаны? Розы. Розы? Тебя как зовут? Меня зовут Анатолий. Толь, меня Вася. Василиса. Василиса, привет. Толик, чего один пьешь? Все друзья бросили, что ли, на сегодня? Не, у меня девушка была, она меня кинула. Из-за этого ты пьешь? Да. Ты от радости пьешь или от грусти? А почему она тебя кинула? Ты на нее руку поднимал? Нет. А почему она тебя кинула? Я из стих прочитал, я из стих прочитал, она говорит, херня, говорит, все, не стих, блядь. Прочитай мне, ага. Прочитай мне, я оценю. Только, давайте только правду, пожалуйста. Конечно. Не льстите, пожалуйста. Нет, льстить не буду. Слушай, я не в настроении льстить, давай. Мне хочется с тобой наедине остаться где-нибудь в море. И мысли только весне, шепот теплого прибоя. Нормально? Огонь. Мне нравится пока. Пускай исчезнет все вокруг на сотни миль в другие дни. Хотя бы на несколько минут. Чтоб только мы одни. Мне хочется тебя согреть и волосы с лица убрать. Любить себя настреть сильней и целовать, и целовать. Но мы на площади в толпе, и все бегут, спешат куда-то. Ты скромно улыбнешься мне. Ты тоже к морю хочешь, правда? Соблюдены ритмы. Соблюден размер. Очень красиво, правда? Да. Я слушай, давай с тобой выпьем. Давай. А я пью. Я дегустатор. Тоже неплохо. Да, и специально, короче, в одной... В школе этих шаманов я обучился делать за щелчок трезвым, короче, вот так вот. За щелчок это что значит? Ну, щелк, я могу стать трезвым. Подождите. Смотри, сейчас. Да я выпью, а то вдруг я потом опять не опьянею. Хорошо? Оба, и все, я трезвый. Больше даже не пьяный. Попробую обратно вернуться, чтобы... Нормально. Хорошо. Это школа шаманов, я не актер, нисколько не учился, я колхозник. Я просто вот это вот, понимаете? И все, и нормально, сразу трезвый. Понимаете? Но трезвым иногда скучно сидеть. Если ты сидишь трезвый в чат-рулетке, то люди подумают, ну, постоянно негатив. И поэтому бац, и похер все, понимаешь, все, блядь. Я впервые такого человека встретил.